Снимаешь? Конечно. Обзор РП. Записываем. Табличками с надписью «Заражено». И пусть друзья мне говорят, что надпись это все опасно равно для жизни. О, как коробочка хорошая. Да? Я буду хабайти дальше. Это моль вылетит. Я буду хабайти, да. Надо, все нормально. И буду пизды дома давать за хабай. Ты вообще-то на видео все повторяешь. Тебе дадут, когда увидят это. На, вот, будешь паштет? На, фасольку ешь? Фасоль, да. Ешь фасоль? Да. Да? Тут еще что-то есть. Тут много чего есть. Галет будешь? О, посмотри. Галет, да. Гору с говядиной. О, с рыбой нормально? Вот что, блядь, прошу очень. Я не хочу сегодня на концерте обосраться. Мне кажется, нам надо по пути обосрешь, слушай. Они ну, серьезно, прозрачен? Вот, смотри, вот даты, когда сделаем. Да, где мы сидеть будем? Да ладно, 11-й год? Я же тебе говорю. Блядь, серьезно? Ну, проверят. Это можно есть? Не знаю. Я эту хуйня не снимаю. Может, я дома это поем? Чай ты ищи. Чай. Чай, кофе. Кстати, ставил обоссает какой. Кофе еще? Конечно. Кофе. Образец 2011 кубанская года. Кубанская лакомка. Хочешь? Кубанская лакомка. Вот лакомка по-любому. Говядина. Соль пищевая в ложке. Вот, галеты, галеты. Кстати, вот современный, современный РП намного хуже. Соль, кисель, салфетка. Витаминный кисель, кстати. Это что такое? Салфетка. Оливьешка? Соль. А, повидло. О, яблочко повидло. Кто хочет повидло? Давайте я. Сейчас? Ебучий сахар. Только я не отвечаю за последствия. Что, давайте как мы сейчас заебали. О, смотри, что тут есть еще. Вот, давай разожжем. Мы петарды еще не взрывали. Погреем. Погреем еду. Опа, блядь. Говядину опа, погреем. Блядь. Мы ей будем пользоваться. Чего я умею этим пользоваться? Вот, видишь, срок годности. Все, погреем. Куда сделано? Смотри, сколько пиздец, хранить. Пиздец, 2011 год. Хранить бля, сколько спасибо, можно? Спасибо, я себе возьму. Она даже не взулась. Так, на место положи. Не будешь греть ничего? Тогда не будешь есть ничего? Не будешь? Ну вот. Если будешь, тогда получишь. 4 года сегодня готовили. О, ну что, нормально, подумай, что там. Блять, это 2015. 4 года вообще. Давай откроем, посмотрим, что будет. Она взорвется? Нет. Как петарды? Не, ну не надо под наклоном, Кирик, ты сейчас засрешь тут все. Вон на окно есть, которое не жалко. Есть, конечно. О, черви ползают. Да какие нахуй черви? Ммм. Кстати, блять, я не знаю, вроде нормально пахнет. Ну да, он. Прожилки, спожили все, мясо. Давай собачку дадим. Блять, надо было собак покормить тогда. Не, ну вроде пахнет более-менее. Ну да, свежо. Да? Все, там ложечка есть, можешь попробовать. Я попробую. Только сначала хочу выпить. Только еще у меня нет активированного угля, вот только есть очиститель для воды. Можешь снег растопить и вот через это. Что за очиститель воды? А что это? Галеты сколько угодно, жри хоть жопой. Салфетка вот влажная, чтобы дезинфицировать грязный рот. Только по фабу. Ложечки черпать там говно. Паштет. Паштет, кисель. Ну кисель точно, кисель, смотри, еще дубовый. Бубовый. Сахар. Я его дома разбавлю. Сахар еще нормальный, что? Зубочистка, что ли? Давайте попробуем лакомку. Это перец. Есть? Тут же есть? Да вон ложек хоть сколько. Хоть одна. Ёпта, у вас что-то с ней, блядь, по-моему, плохо. Галеты хочешь открыть? Намажешь на галеты. Дубовые. Плюй, гадость. Нормально лакомку, кстати. Давид, будешь лакомку? Что это? Лакомку. А что там? Шоколадка. А я нет. А что там? Нормально, блядь. Сейчас через 5 минут Кири 300. Побежит туда, Папашу. А Папаши нету. Папаша, ваше место. Что, будешь давить? На тебе ложечку. Ложечку за сталкера, ложечку за диггера. Ложечку за газ. На, отломишь, откусишь. На. Что тут еще есть? Ну, говядину, слушай, мы можем разогреть, знаешь, на чем? Нет, не можем. Нахуя. На тех спичках, да, нахуя, блин. На самом какого-нибудь. Вот у нас есть самый дом. Оу.
Это тоже было в наборе, на самом деле. А что будет шоколад-то? Ну, шоколад ничего не будет, а? Ну, 100 лет ходить будет, мы не, ну то что можем. Пахнет, конечно, нормально, но я... Плиточку можем сделать. Я думаю, не стоит ее есть. Да я тоже так думаю. Надо вот туда, к забору отнести собачкам. У меня 2015 год. Срок годности. Да, оканчивается 2015. А сделан, не, бля, а сделан 8 лет назад. Вкусно? Угу. Да, а что будет шоколад? Ешь, ешь. Тут только бумаги тут нету. Вон салфетки две есть. Все, наелся что? Нет. Не наелся? Сейчас побухаем. С чайком ты выпьем. Точнее, поешь чайком. Так что вот обзорчик такой вот повидло. Хорошее, свежее. Сделано в поселке Измайлово. Срок годности. 2 года. 2 года дата выработки неизвестна. Пацаны, все, давайте, хватит. Ой, фу, тут что-то потекло. Все, заканчиваю видеообзор. 5-й год? А, нет, вот он. 11. Все 11 года. Заканчиваю видеообзор. На тебе? Нет. Заканчиваем вот на этой нотке. Нотки. Что это? Амаретто? Алоэ мохито? Блядь!